Трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов стал жертвой домушников. Неизвестные топором разбили дверь дома спортсмена и похитили из коттеджа драгоценности. Бронзовый призер Олимпийских игр, члены его семьи и сами едва не пострадали. Они практически застали злоумышленников на месте преступления. В коттедж трехкратного чемпиона мира по биатлону Максима Чудова воры попали через террасу, сломали двери топором. Из дома вынесли семейные драгоценности, которые передавались из поколения в поколение. Проникли и украли ценности на большую сумму, ювелирные украшения супруги. Поэтому для нас, конечно, это был шок вчера, колоссальный. Это непозволительно. Сейчас в этом деле разбираются следователи. В полицию поступило сообщение о совершении квартирной кражи на территории Уфимского района. По данному сообщению выехала следственная оперативная группа. Сейчас полицией принимаются необходимые меры для установления личности преступников и их задержания. Преступники наверняка знали, кому принадлежит коттедж. Максим Чудов хорошо известен не только в Башкирии. Его имя знакомо всем любителям биатлона. Именно он в 2008 на чемпионате мира в Швеции финишировал в эстафете с российским флагом, взяв золото, целовал снег. На Олимпийских играх в 2010-м в Ванкувере наша четверка вместе с Чудовым принесла в копилку страны бронзу. Грамм 300 чистого. 480. Чистой бронзы? Да, добавилось. Медали воры как раз не тронули, видимо, не успели. Ведь пока преступники находились на втором этаже особняка, домой вернулся Максим Чудов. Он, в общем-то, испугнул грабителей.